Накануне наша страна отметила праздник, День России. 10 лет назад этот праздник назывался День независимости. Если коротко, то событие – это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. О том, как встречали этот праздник в областной столице, Ольга Курсан. Пожалуй, ничто так не объединяет людей, как праздники. Особенно гулянье любят россияне. А уж когда у страны день рождения, тут, как говорится, грех душе не развернуться. Как никогда внимательно тюменцы слушали фольклорные ансамбли. Это и понятно, в народных мелодиях наши корни. Недаром мудрость гласит, в русской песне живет душа русского народа. Кстати, выяснилось, что не только в песне. Это орнаменты Сибири, то есть тех народностей, которые здесь бытовали, в том числе и славян. Пожалуйста, на наших костюмах это везде все видно. Возьмите наши украшения, возьмите это все. Везде русский дух, Русью пахнет везде, во всем мире. Бывшие союзные республики в День России тоже не остались в стороне. И пускай 22 года назад съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, проще говоря, СССР развалился, народы от этого братскими быть не перестали. Хмурую тюменскую погоду восточные ритмы только добавили солнечного настроения. Старожилы от танца не удержались, ноги сами пускались в пляс. Главный из государственных праздников страны и один из самых молодых тюменцы встречали, пускай и без грандиозного размаха, но весело и с улыбками. В этот день цветной бульвар полностью оправдал свое название. Красный, синий и белый цвета были на флагах, одежде и даже на лицах. За такой взрыв патриотизма можно простить пробелы в знаниях. Это день рождения нашей Родины России. День независимости России. Праздник всероссийский. Ну, если честно, я не знаю точно почему, но он очень патриотично. Народу твой праздник, тем более Россия, страна, должен быть свой праздник. Новой России? Нет, лет 12 как раз и есть. Праздник, чего уж скрывать, до сих пор воспринимается россиянами как дополнительный выходной. Но по данным социологов, за последние 10 лет стало почти вдвое больше тех, кто считает, что независимость пошла стране во благо. И пока, независимо хотя бы от погоды, горожане оставляют дачи и в последние из трех выходных объединяются, чтобы поздравить друг друга с Днем России. Да, сегодня день независимости нашей Родины России. Я русский. Россиянин. Новой современной России исполнилось 22 года. В этом возрасте человек оканчивает университет и смелее смотрит в будущее. Чего остается пожелать нашей стране? Давай, Россия, давай красиво. Ольга Курсман, Станислав Серебров, Сибинформбюро.